Всем привет, друзья. Начинаю вот с загончика этих двух инвалидок. Сейчас им налью водички, а потом все вам расскажу. Катя. Давай, давай. Давайте сейчас дам ей еще. Давай, на. На яйцо. О. Почему не целое? Чтобы немножко дробленку ели. На. Давай, ешь. На. Оп. Давай, давай. Аппетит хороший, а силы ходить нету. Вот прям вообще. Сейчас я вам все поподробнее расскажу. Знаете, на следующий день, как я их соединил, они подрались так, что я понять не могу, как они подрались. Она не битая, ну как бы точно пупырка била. Била нытью, это 100%, но на ноги не могла встать и пупырка, они тут по корыту что ли бегали, я не знаю, но короче, аппетит есть, это хорошо, а вот эти симптомы болезненные будем снимать, я сейчас не будем, а уже я начал, сейчас я вам все расскажу, мне там написали, что мой канал интересен тем, что я, ну, как бы, ветеринарный врач и даю очень много полезной информации. В общем, записывайте. Ситуации бывают разные, да, у животных и у меня, как бы, и... У вас, у всех, ну, я имею в виду с животными, да, бывают разные ситуации. Я их соединил несколько дней назад. Вот эта свинка сама по себе плохо кушала, нытья. И такая, как бы, была, ну, она спокойно пришла, как Майкл Джексон к ней зашла. И что я увидел даже не с самого утра, потому что с утра я их еще размерял на следующее утро. А вечером я, ну не вечером, среди дня пришел, а они обе лежат как лучшие подружки. И, ну, думаю, фух, успокоились, как бы больше драки не будет, да, и такой прям на одно мгновение даже стал довольный. А потом насыпаю им кушать, а они не встают. И не встают не потому, что не хотят кушать, а потому, что не могут встать. Вот это, конечно, меня прям вот так из колеи выбило. Я не люблю такие моменты. Я, конечно, сразу, ну, понял, что и как, можно сказать, осмотрел животных. У них и одной, и второй две ноги болит, по две ноги. Что они делали, как они тут дрались в течение дня? Они не дрались, они больше толкались. Вот сейчас вы можете увидеть, как они будут ходить. Надо водички им налить. Мало налил. Короче, сейчас хотят, наверное, еще. Ладно. Это сейчас сюда. Секундочку. Девки хотят воды. Девки хотят воды. А можно с баклажки налить, да? Давай, девчатки, давай. Ну, видите, аппетит есть. Это самое-самое главное. Неудобно мне с телефоном этим. Но надо же как-то и вам это все объяснить. Пей. Там он... Ну, вот так. То, что есть аппетит, это самое-самое главное. Значит, желание как бы жить у них есть. Потому что вот я убрал овсянку, да, потому что я по ней видел, что как бы свинка в возрасте и толку не будет, только будет хуже изо дня в день. И вот такое прям экстренное решение, что я ее убрал. А тут это две молодые свинки, у одной один опорос ей год, у второй два опороса ей полтора. И как бы просто, смотрите,
пропустил. Оп, видите, как хромает на ножку. А задняя нога вообще, я вот прям сохранил. Это я, смотрите, это копытце вот такое, только на той ноге. А это у нее вот передняя болит нога и задняя. Короче, просто это такие, знаете, ой. Ну, уже я вам показал копытце, можно, уронил я его. Короче, получается, ну, Хавронья не била пупырку. А пупырка ее била то ли об корыто, я не знаю, об что можно так сильно прыгнуть, толкнуть, зацепиться, чтобы просто прям снять с себя копытце. Прям, он, видите, как на ножку становится? Видите? Ну и, в общем, что нужно делать? Нужно свинкам помогать. Да, я понимаю, это моя вина, и поэтому и затраты мои, потому что сейчас будут говорить, что вот ты специально... Что специально? Он всех соединил нормально. Манку с овсянкой всегда соединял нормально. Видите, как на ножку хромает? На переднюю сильнее, на заднюю не так. И еще из-за того, что она худая, есть такие, знаете, симптомы позднего послеродового пореза. И как бы об этом тоже можете почитать информацию в этом, в интернете. Вот смотрите, как хромает. Копытце сняла вот с того копыта. А хромает больше на вот эту ножку, ну и на ту немножко хромает, и та на переднюю. Просто это какие-то, это какой-то ужас. Ну и что мне остается? Мне нужно лечить, восстанавливать свинок. Поэтому сегодня, ой, умощусь поудобней. Сегодня был в ветлечебнице и уже сделал им уколы. И вот то, что вы сейчас видели, это уже им лучше стало. То есть то, что, как они выглядели в тот день позавчера, то просто я был в шоке. Вот честно, я не знаю, как по-другому реагировать, но я был в шоке. Вчера у меня не получилось попасть в аптеку, а сегодня попал. Ну и в общем, смотрите, что мы колем. Это мы колем худой свинки. Это вот как раз от, ну как бы... возможно того, что я думаю, что у нее порез послеродовой поздний. И вот кальфастин, он нормализует ей обмен веществ, вот этих, ну, кальция, калия и магния, там, трех элементов, и это поможет ей восстановиться. То есть это я колю худой свинке. Это вот стоит 200 гривен. Ну, как бы, он колется в больших, ну, в относительно больших объемах, поэтому взял 100-граммовку. Можно было меньше взять. Ветозал – это регулятор обмена веществ. Это наш, как бы, он дешевле, потому что есть катозал, он, короче, дороже в два раза. Этот тоже стоит 200 гривен, а катозал стоит 400, ну, почти 400, там 360-380. А действующее вещество один, ну, и как бы работает одинаково. Это регулятор обмена веществ, то есть он улучшит им аппетит, и они быстрее пойдут на поправку. Что еще? И купил от воспаления, кто помнит, мы, короче, знаете, нытья и прошлый раз получала вот этот препарат Мелоксивет, и сейчас, но по разным причинам, да, это как бы препарат от воспаления. В прошлый раз, когда она поросилась, у нее был отек в вымени, такое большое прям воспаление было на вымени. И, в общем, мы и кололи Мелоксивет. Сейчас же я его колю, чтобы снять... Ну, раз у них болит ножка, значит, у них там какой-то вывих, да, есть. И, значит, тот сустав болит, он, значит, воспален. И вот Мелоксивет снимет воспаление, и он работает немножечко как бейсбол. И поэтому вот уколол. Там писали в комментариях, чтобы я им колол антибиотики, но при вывихе... Не думаю, что нужен какой-то антибиотик. Хотя у меня есть, ну, как бы, антибиотики у меня есть, но пока не хочу колоть антибиотики. Так что вот таким образом сейчас мы лечим свинок. Этот препарат стоит 155 гривен, но это взял 50 мл, потому что здесь дозировка маленькая. 0,2 мл на 10 кг веса. У них по 70, по 80 кг. Я им колю по 1,5 кубика.
как бы кальфастим колется 15-25 миллилитров на свиноматку, но это считается на обычную свиноматку с весом 100-200 килограмм, эти поменьше, я ей уколол 6 миллилитров. А витазальчик тоже колется по инструкции, я уколол по 5 кубиковым. И одно, и второе. Как бы лечим свинюшечек, но настроение мне этот момент подпортил. И так как бы не очень весело сейчас идет свиноводство тут у меня в местности. И еще и вот такое, можно сказать, сам сотворил. Ну, как бы я же их соединил, но могло быть совсем по-другому. Могло быть намного лучше. Но вот так. Так что вот такие вот дела. Да, девчатки, будешь ложиться? Я у них поубирал, почистил. Кушают они, встают сложно, но они кушают, потому что в туалет ходят. Я сегодня вычищал, ну как бы, если есть чем ходить, значит что-то доедят. И вот после того, как они, ну вот, стали хромать, уже им было точно не до драки. И вот они с того момента, вот целый день дрались, вечером поломались или что у них произошло. И все, они больше друг на друга не обращают внимания. Ложатся рядышком, как будто, ну, как будто они все время жили вместе. Ну, короче, нервы мне знатно потрепали, ну, потому что свиноматок я точно не хотел этих убирать, и сейчас уже точно не планирую. Знаю, что все у них будет хорошо. Теперь пролечим их и дадим им месяц отдохнуть, и пойдут гулять. На начало марта будет порос. Ну, это так, в планах. Ну, как бы вот так. Ну, еще вы пишете почему-то, что манка очень худая. Сейчас, ну, не худая она, сейчас я ей кабачка дам. Почему только ей? Потому что другие не хотят. Не хотят им кабачку. Арбузы едят, а кабачки не хотят. А маночка любят. Да. Девка, на. Дуринушка, на. Кушай. Иди, кушай кабачок, кушай. Оп. Манка сожрет сейчас вот такой большой 3-4-килограммовый кабачок. Сейчас. А, говорю, не едят. Это эти две не едят. Еще ж вот есть эти две девки, которые булочка и хавронья. Сейчас и им дам. И пупырка, ой, пупырка. Пепка жрет все подряд. Кабачки ей сейчас только на пользу. Такой жиропине. Сейчас и им дадим. Да? Дам сейчас. Нате, девочки, нате. Вот так. Красотулечки, да? Выпитка. Вот так. Ну, сейчас еще одну минуту. Что делать с пипиткой, я не знаю. Она такая корова толстая. Пепка, ты же должна сидеть на диете. Я же тебе даю 1 грамму. Ты что, вылазишь и жрешь из бочки? Толстушечка. Почему ты такая толстая стала? Знаете, когда прошлый вот опорос у нее, да? Представьте, уже можно так говорить, что у нее был прошлый опорос. Она, я не знал, что она сукоросна, и так ее жестко держал прям на диете, и она была не толстая. То сейчас же эта булка прям громадная. Сейчас и к ней сходим. Пепитка. Просто, знаете, я не знаю, как она
как это будет в опоросе. Но так как она вот только-только поросилась, то ну, застоя у нее нету. Наверное, все будет хорошо. Надеемся, да? Девочки. Жри кабачок и худей, чтоб не завтра была худая, как хочешь. Просто какая-то толстуха. Да, Пепитка? Не знаю, что у меня с ней делать. Через день кормить. Вы не поверите, сколько она съедает. Она съедает? Ну, 700 грамм. Вот, правда, 700 грамм корма в день. Вот это огромная корова. Сейчас вам покажу. Вот это. Огромная тумба. Не знаю, камера, возможно, не передает ее реальный размер. Но вот эта корова съедает 700 грамм дробленки в день. Конечно, там Николай Яковлевич ее подкармливает арбузами, огурцами, там отходами. Ну, отходы со стола он больше, ну, то, что сам кушает, больше курам носит. У него ничего нету хозяйства, и он сюда ко мне носит. А я с ним, как бы яйца куры несут, и я с ним делюсь время от времени. Можно сказать, подкармливает, и куры яйца несут ему нормально. И Пепитку. Он ее любит, он называет ее своей свинкой. Всегда у меня спрашивают, как там дела у моей свинки. Я говорю, у Пепки все хорошо. И, в общем, он ходит сюда, тут же днем открыто, и подсыпает ей. Сколько он ей сыпет, я не знаю. То есть, может, он ей по ведрами носит. И она все сжирает, у нее кормушка вымыта всегда. И она такая прям тумба-тумба, просто... Просто громадина. Ну, знаете, возможно, в ней 150 килограмм. Вот серьезно. Вот она такая большая, что, возможно, в ней 150 килограмм. Насколько я помню, что таких больших была только чуня. Вот чуня, которая пропала. Даже манка с овсянкой где-то по 140 были. Ну, максимум, да? Да, девчатки? Вот так. И вы пишете, что она очень худая, но она выкормила поросят, очень долго кормила поросят. У нее аппетит хороший, и она поправится. Я сейчас никого не покрываю, и, ну, никого не пускаю к кабанчикам, так что она вот буквально несколько недель, и уже такая прямо округлится. Ну, вот эти две красоточки, посмотрите, как уже отлично, отлично выглядят. Да, девчатки? Так что вот так. Ну, а вот эти, конечно, мне... Нервы потрепали. Пупырочка, ты что такое зло маленькое? Типа принцессе подсадили это. Непонятно кого, и ты расстроилась, да? А вот что ты вот это наделала? Что вот это за дела? Хотя я же говорю, то есть такого, что там погрызли, вот такого нету. Знаете, я когда держал раньше, еще до того, как снимал, вот, ну, до того, как завел канал, держал больших свиней в том дворе, и на том дворе, и, короче, загоны ж там тоже были, и был такой момент, когда холостые свиноматки перепрыгнула одна ко второй, ну, как бы, загоны примерно такие же там, ну, это старые там еще были, и, ну, может, чуть выше. И вот когда свинка приходит в охоту, она может сигануть прямо под потолок, перепрыгнуть. И было такое, что вот она перепрыгнула, ничего не слышно, сарай закрытый ночью, с дома ничего не слышно, и утром прихожу, а у свиноматки, не та, которая, не та, которая сидела, вот эта, которая в охоте перепрыгнула ко второй, у нее вот тут, ну, на боку, знаете, вот, вот так бок, как вам объяснить? Вот сало же, да, как бы на свиньях толстый слой сала. И она, вот та вторая, которая не была в охоте, вот, ну, мордой вот так и долбила вот так в бок этот. И у нее здесь как бы погрыжено не было, то есть дыры никакой не было, рваной раны не было. А вот когда вот дотрагиваешься, она там настолько ее побила, что вот это сало...
ну, слой, вот, да, слой сала превратился просто в кисель. То есть вот она била-била, и не было слышно. Вот утром, когда вот это, ну, заметили, были в шоке тоже. Это вот такой запоминающийся момент. Ну, как бы много ж, давно ж, ну, я имею в виду, долго держали свиней, много. И, как бы, оно, конечно, раны там не было, оно все устаканилось, как бы, все зажило. Не знаю, как там жир друг к другу прирос, но вот этот кисель там мягкое, оно все как бы затянулось, и затянулось так, что была вот такая вмятина, как на коржике. Ну, помните, я вам показывал, такая вмятина на боку коржика, вот и у той свиноматки. А тут же, ну блин, они, я не знаю. Ну, вот такие вот тут новости. Но я думаю, что буквально через неделю о вот этой неприятной ситуации будем только вспоминать. Думаю, что все будет нормально. И еще свинки нас порадуют поросятами. Вот так. Все сожрала, да? Ох ты моя толстушечка. Просто толстуха какая. Хочется взять метр, принести, померить ее, да? Надо не забыть. Я думаю, вам тоже будет интересно. Узнаем, какой у нее примерно вес. Да, Пепулечка? Ну, вот так. Все, все кушают, все довольны. Это, гляньте, кабачок весь сожрала. Чуточку округлилась, вымя еще не перегорела у нее. Мамульчика. Видите, но оно небольшое, не отечное прям такое, как бы, мамульчика. Так что все идет хорошо. Она уже перелиняла лысенькая, так что сейчас начнет набирать вес и будет выглядеть очень хорошо. Еще, знаете, мне написали, кабанов же что, не покастрировал до сих пор, написали, типа, напоследок покрыть ее зайцем. Это, типа, ее муж, который однолюб и любит только ее, а возле других свиноматок устраивает пенную вечеринку, и все. А тут у нее с ним получаются очень хорошие поросятки. Вот на самом деле прям хорошие-хорошие. Вот эти толстухи, это их творение. Вот так. Они сдружились, сюда же троих подсадил, туда троих подсадил, и все нормально. И теперь, знаете, что еще хотел сказать? Вот теперь я вам рассказывал вот про этих свиней, что вот эти толстухи выгребают из этой кормушки. А теперь вот эти начали выгребать. Я не знаю, по какой причине, что они там хотят найти. Это мне непонятно, но вот я только-только насыпал. И глянь, что делает. Ля, вот эта бздюха маленькая, и то выгребает. Короче, нужно что-то решать. Что решать? Наверное, нужно будет их всех... У меня же на том дворе есть загон, там сидят утки. Все-таки нужно будет заняться в какой-то один из дней и перевести, попросить Ваню. Вдвоем нам будет быстрее, он мне там мешки будет держать там. И по 5 штук на тачку и поперевозить туда, в тот загончик. Там большая... бункерная кормушка для маленьких поросят на 200 килограмм. Оттуда они ни грамма не выгребут корма, потому что, ну, реально, вот это все подстелено комбикормом. Зачем оно мне надо? Они ничего не успели съесть до этот момент, пока я тут снимаю несколько минут, но все повыгребали. Нужно будет их всех туда отнести. Я же вам говорю, что по поводу свиноматок, может, и правда, что посмотрим, как оно будет, то, может, нужно будет убирать свиноматок, но зарабатывать то как-то надо. И вот если вот этих всех поросят туда соединить, белые утки, они сейчас те все линяют и не несутся, и вот эти три загона освободятся, можно бройлера взять, да? Раз-два месяцок, и уже мясо. Как раз похолодает, почтой можно отправлять. Я думаю, клиенты найдутся на бройлерятинку, да? Так что это так, пока мысли вслух. Индюков я не нашел. Пока не нашел, но
как бы не найду индюков, будут бройлеры. Артем, было, конечно, жалко этот момент, что Артем остается без индюков, но он как-то спокойно отреагировал, то есть он туда в загончик два раза зашел, их там нету, и все, он туда не ходит, он их не ищет. У меня есть, вот я, помните, чашки я делал, отправлял своим модераторам, и у меня дома осталось больше 10 штук, и на одной чашке есть индюки, он с этой чашки пьет и ходит, что это индюки. Ну, в общем, вот такие вот дела. Так, вот этим обормочком надо. Ага, еще, знаете, я насыпаю свинюшкам кушать много. Кажется, что я им даю мало, но при этом это на самом деле очень много. То есть вот это, то, что я насыпал утром, рассыпаю, получается, ну так как их много, рассыпаю за раз где-то два ведра. Ну примерно вот таких два ведра. И вот пол ведра выгреб. То есть получается полтора ведра, ну что-то съели, что-то себе подстелили, но минус полтора ведра корма. Это хорошо, что едят хоть что-то. Но при этом я сыплю в каждый загон больше, потому что думаю, что, ну, может съедят, они не едят. Это не проблема, потому что я сейчас вот этот корм, можно курам высыпать, но курам я утром высыпал, не буду сейчас высыпать. Отнесу на тот двор уткам, утки съедят, так что, как бы, проблемы нету, все нормально, но не доедают. То есть, и это, она, конечно, еще что-то поест, но все не скушает утром выгребу. И эти тоже еще что-то там поедят, но все равно надо будет выгребать. Все выедают, только вот эта красота и вот эти два обормотика. Да? Красотульчики. Так что, вот такие вот дела. А ну. Натя, молодежь. Натя. О. Вот так. Угу. Молодежь. Тут самые маленькие. Ну, вот такие есть. Те старшие, это средние, а вот эти самые меньшие. Ну, тоже визуально все хорошо. Два штучки вон помельче. Но все нормально. Как бы хорошие поросятки все. Нормальненько. Вот такие вот дела тут. Так что, знаете, честно вам скажу, сегодня уже чуточку настроение здесь, ну, приходить сюда получше, потому что вот серьезно, когда кто-то, ну, я думаю, вы понимаете, когда сам болеешь или, не дай бог, когда дети болеют, и точно так же и с хозяйством, руки опускаются и делать ничего не хочется. Не потому, что ты там устал, а потому что вот непонятно откуда берется какая-то проблема, но все оно решается. Даже если бы пришлось убрать свинок, это тоже как бы на несколько дней так, ну не то что попереживаешь, но без настроения, но лучше, когда мы им поможем, да? И пусть еще один раз родят, а потом будем 100 штук держать свиней, выкармливать на мясо. Вот так. Что ты ждешь еще? Хочешь еще кабачка? Дробленку кто будет кушать? Завтра тебе еще дам. Так что, вот такие вот дела. Пепка. Пепочка. Пепуль, ждешь еще что-то? А что тебе дать? Тебя же ж разорвет сейчас. Ты же толстая, глянь какая. Ты толстуха какая, лопнешь сейчас. Это что за толстушечка такая? Это что за шея такая необъятная? Что за мамонт такой? Да исторический. Это что за красота моя? М? Нет? О, как тяжело, скажи, дышать. Скажет бы Артем с ней поигрался, если бы она на него не кидалась. Но я не знаю, будет она кидаться или нет, но к ней я его точно не пущу. Ну, я его не пускаю к свиноматкам, к поросятам, к подросткам и к поросятам маленьким он заходит, как бы это нормально. А к большим свиноматкам я его не пускаю, потому что я, ну, как бы адекватно понимаю, что это опасно. Молодые поросята никакой угрозы ребенку не несут. Так что, когда вы переживаете, ну, как бы, вас тоже можно понять, но я контролирую. Это ж не то, что я его запустил к поросятам большим и ушел. Нет, я стою, слежу за всем, наблюдаю, так что вот так. Да, девки? Вот ты какие хорошие.
Какие хорошие. Что ваши у тебя две дурынды устроили мне? Улеглась. Пеп, ты наелась? Нет? Еще хочешь? Что тебе дать еще? Кабачок? Пепуль, ты хочешь кушать? Отвечай. Корова толстая. Просто она настолько большая, что она больше, чем вот этих двоих слепить в одну кучу. Она крупнее, чем они обе вместе взятые. Прям мамонт. Пеп, тебе нормально? Вот такие дела. Все, друзья. Так, где? Ага, препараты туда положил. Спасибо большое, что выслушали меня. А еще хочу сказать по поводу удаления канала. Это же, ну, я думаю, спасибо большое за слова поддержки. Большущее там количество, более 500 комментариев. Прям приятно, что как бы вы смотрите и любите меня смотреть. Это очень приятно на самом деле. Но с удалением канала это был сарказм. Ну, по причине того, что, ну, я имел в виду, что, типа, если этот канал про животных, то, чтобы снимать Артема, мне надо этот удалить, а создать новый. Ну, как-то, по словам вот этих зрителей, которые пишут такого рода комментарии, то это выглядит именно так. Но что я могу сделать, да, если я, например, перестану держать хозяйство, и останусь с семьей один на один без хозяйства. Мне что, вообще пропасть с интернета? Это же невозможно. Я блогер, и я так понимаю, это уже на всю жизнь. Поэтому как сложится моя жизнь дальше? И будет ли у меня хозяйство? Какое оно будет? Ну, я не знаю. Знаете, вот такие моменты, когда, ну, реально, сколько я почти месяц не продал ни одного поросенка. Ну, и так образно, да? Куда мне их девать? Какой смысл мне держать этих свиней? Ну, никакой. Придется с ними завязывать. А я хочу еще их по разу случить хотя бы. А там будет видно. Но жизнь такая штука, что нужно под нее подстраиваться. Поэтому я вам говорю вслух, как есть. Ну и уже что будет, то будет. Вот так. Кстати, завтра должны приехать по цыплят. А лучше приехали по поросят. Угу. Может, засниму вам маленький ролик, если приедут, потому что сегодня звонили и спрашивали, куда и как ехать, а буду ли я дома. Так что вот такие дела. Надо было вам не говорить, вдруг не приеду, да? Сглазил, как говорится. Все, друзья, всем спокойной ночи. Всех обнимаю. Все будет хорошо. И всем пока-пока.